Приветствую вас, уважаемые коллеги, уважаемые подписчики. Значит, в прошлый раз я показывал вам клиночек томагавка, который я выковал несколько лет назад. Вот. Ну и лазя у себя на балконе, я вспомнил, что есть у меня вот такая вот работа. Значит, несколько лет назад, ну, может быть, лет 10 назад или менее того, значит, вышел сериал с Трэвисом Фиммелом в главной роли, это «Викинги». Вот, и я ужасно загорелся себе, то есть, сделать топор викингов. Вот, ковка топоров, это, конечно, не мое. Я себе в основном только ножи кую. Ну, в общем, все-таки решил себя попробовать. В общем, это первая моя работа. Вот, значит, есть тут, конечно, бока в этом топоре. Значит, опять-таки отделка. Вот, значит, делал это все на скорую руку. Мне ужасно не нравится этот орнамент. Возможно, поэтому я не стал дальше продолжать работы. Значит, планирую это все счистить. Вот это все удалить. Вот сделать более-менее... Вообще, пускай лучше чистый будет, без ничего вообще, чем вот такой вот орнамент дурацкий. Вот, я как раз только научился резать штихелями более-менее. Вот это была одна из первых работ моих. Вот. Значит, ковался топорик из 45-й стали. Вот, калился на воду. Вот. Довольно-таки тяжелый, увесистый. Вот здесь вот клеймо мое. Вот, в общем, такая вот форма. Была, в принципе, возможность. Я смотрел ролики, как перековывают, переделывают старые совдеповские топоры и делают из них топоры викингов. Но у меня не было такой возможности, в принципе. Или можно было бы купить топор на базаре и там из него что-то сделать. Ну, в общем, я решил сделать сам полностью. Вот это оттянул, отковал. В общем, вот такая вот получилась штуковина огромная. Вот. Ну, в принципе, как таковой, ну, в принципе, небольшой, но тяжелый. И тяжелый он, потому что вот он имеет вот такие вот спуски. Вот мне тоже тут, в принципе, не сильно нравится. Если томагавк имеет линзовидную заточку, вот она, видите, как идет. Я уже, в принципе, отковав когда топор, понял свои ошибки. И уже когда делал второй топор, я уже как бы учитывал это все. Вот. Ну, здесь я же, это была моя первая работа в этом направлении, поэтому многие моменты не учитывал. Значит, почему именно такие спуски? Я когда-то публиковал его. Значит, в принципе, подразумевается, что это топор не для колки дров, это боевой топор. Вот, и предназначен он для встречных ударов. То есть он попадает по щиту противника, по доспехам. Вот, и чтобы не было загибания вот этой кромки, я постарался сделать его с довольно-таки большим углом. Вот, ну, как бы теоретически. Вот, ну, а как оно уже вот получилось? Ну, я же решу, я абсолютно про него забыл. Вот он провалялся столько времени. Вот, я говорю, если смогу его дома довести, значит, ну, будет изделием. Нет, пускай, значит, дальше валяется. В общем, ну, как-то так. Ну, благодарю всех за просмотр и всего всем доброго.